my phone. Your police don't be. А моя блогер. В одному номері не живіть. Я вам тоді. В одному. Пиво Путин хуйло. Хочу вам показать одну тачку, которую нигде ни в каких обзорах вы не увидите. Ты можешь зі мною переспати. От души парту масти вам. Бэкстейдж, часть вторая. Ой, извини. Ничего, это ты извини. Прикольный дворик. Заходим в отель Блюм. Дворик вообще супер, будем здесь шашлыки жарить. Хто зверху, хто знизу, тоді треба вирішити. Але номери абсолютно однакові, тільки просто так вийшло по системі, що ми по-іншому просто не могли. Ну, наше таке не влаштовує, так? Що? Ну, номера тільки один на другий. Ну, ти не поможеш з цим. Та йдемо вибрати, просто повибрати. Ні, ну давайте без... Вони однакові? Так. Ні, я перечекаю. Мій верхній. Хорошо, твій верхній. Я теж люблю. Вже ліфта немає? Да, ти всі люблять? Немає, ну так в твій верхній. А, як? Мам на увазі нижній. Готельчик Блум. Скільки ми за нього заплатили? Я не знаю, я не платив. Паша, куди ти? Це що, верхній? Це ж мій. Ні, твій верхній. Тримайте. Ну, давай речі покладемо в один. Тримайте. А потім уже будемо розбиратися. Так, я маю заборону. Ти забронював в одному номері не живіть. Я вам тоді. В одному? Ми ж наче в Європі. Можна. Дивіться, це є тако 206, 306, 401. Я вам даю. 206, 306. Ідіть сразу. В цьому номері є вазонок. Так, а тепер поясніть, що таке вазонок. Вазонок, ну, росте, рослинка така росте. Тобто я... А в інших немає, це, думаю, найкращий. Блін, це не кльово. Може, це мені таємничий спонсор звучить? Так, і що ми робимо? Кстати, напомню, що ви смотрите очередну серію бекстейджа. Ми сняли то, як ми знімали Міцубан. Об этом ви смотрите в прошлой серії, а в этой серії буде о том, як ми будемо знімати, що почому в столиці Бандерштата. І бухати з підписчиками. А, слушай, вы же смотрели анонс, нарезочку уже в начале этого видео. То есть вы уже все знаете. Все, поехали. Карточку взял? Вот так выглядит Пашин номер, который мы вам не показали, но мы... Да ладно, слушай. Ну, под номером один покажем нам номер Ярика. Не-не-не, давай Ярика сначала покажем. Ну, уже мне возвращаться... Но ты бы поубирал. А что будешь убирать? Тогда вот. Мне нравится моя ванная. Обращаюсь к дирекции Блум отеля. Сделали там джакузи. Посмотри, сколько места. Джакузи. Там можно студию делать, значит. Ну да. Канал ванная назвать. Нет, так вообще отличный отель, я считаю. Ну правда ж? Нет, красиво. Мне кстати, между прочим, мы же бросали клич. Может, какой-то отель нас захочет принять бесплатно. Мы бы их порекламировали, никто не повелся. Поэтому все честно. Что там бэкстейдж снимаю? Вообще-то надо... Стучаться. Ладно, мы тебя за это заблудим. Представляешь, вот я регул, я вот такой, знаешь, как квадратик обнижу повесил. Я снимаю вверх. Немножко вверх. Так, что мы? Иди, я вас наберу. Ты помонтируешь? А? Кстати, кто не понял, Ярик монтирует Тикросс. Мне не надо это вставить, пожалуйста. Ну, конечно, Сергей, представляешь, сколько вам было говорить? Знаешь, это прикол, когда такие черные закрыты, такая хуйня здоровая. Знаешь? Я так делал в своих подругах. Ты плывешь, ты зачем туди шукаешь, что пробовал, чего еще ждешь? И мне вечный тоже не знаю, хвиля носить буря рве, скалы грозят, надять просят, собі береги. Питатися про ціль, нині жити, завтра гнити, нині страха, завтра біль.
що природа мати держить нас, як їм там треба, а в кінці мене ціло знов до себе відбере. Так, одно з самих козирних міст во Львові – це пивоварня «Правда». Кстати, здесь же есть и магазин, можно купить пиво Путин Хуйло, пиво Обама, Ангела Меркель. Берем? Трамп? Да, и Ярика купим. Давай. Так сюда, магазин. Так там тоже, магазин, ну пошли в магазин. Наташа, это Паша моей рукой управлял. Вы сомневались? Ой-ой-ой, мешка. Батяр. А нет тут пива, дядя? Вот, смотри. Самая популярная. А на кедуке написано «Путин Хуйло»? Вот есть там. А, так это... Смотри, так тут водка тоже есть. Ну, напрячься Make там. America Great Again. Да, а он поддерживал Трампа, да? Ну, типа, не поддерживал, там их спецслужбы помогали. Хотя Трамп, на самом деле, нормальный, мне кажется. Фрау Риббентроп. Пивасик. Подожди, надо сделать так. Серега, я думаю, Серега бы справился за неделю. Ну да. С женой, если уж. Не-не, не пьет. Ренат. Все, берем, я беру Рената. Алкоголь 8,5. Ренат очень мощный. Тяжелый. Мощный человек. Нет, это что-то нам тяжело будет. Львивских сумрачей. О, с имбирем. 6,5. Чувак, вот Ярика мы уже взяли, я считаю. Это писяголовцы. Какой крепкость какая? Вон написано. Нет. Нету? Она вообще даже не... А, вот здесь же должно быть на бутылке. Смотри, алкоголь 10. Не-не-не, это не пиво. А, нет. Смотри, вот еще, видишь, это в Киеве, да, центральная ратуша? Да? Какая центральная ратуша в Киеве? Ну, чуть-чуть на Кремль похоже. В чем сила, брат? Правда. Сколько здесь? Тоже 8. Ты же сплошаешь мордяк. Ты что, А ты хочешь идти пить? Да. Может, возьмем на разлив, посидим? Да. Вот так будет вкуснее. Во. Вовка с Димкой. Виктор Фёдор. Да, есть там. Так, мне Обама, то бишь. Да, это тоже Обама. Два Обама, да? А чего у тебя пены больше? Ты слышишь, что? Я не люблю пену. За Бандерицу. За Львив. Как тебе новые L200? А Обама сразу ответил. Что это было? Пиво принесли бесплатно. Наверное. Он говорит, вы заказывали, мы сказали нет, но он сказал, тоги это вам. О, это хорошее. Да? Червон не очень называется. В общем, мы решили просто зайти выпить пиво в самое крутое пивоварне «Правда» во Львове. Но нас как-то сразу спалили. Наш подписчик Дима Кокрыбин уже прислал нам угощение. Дима, спасибо. Мы были вроде не голодные, но я думаю, мы справимся.
Вы все еще смотрите Инфокар Бэкстейдж, и скоро будет больше. Фанс можно? Давай. Я же фанс. Я найду фотографию. Давайте. Сергей в нашу компанию как раз. Мы можем присесть. Нет, давай присядем. Давай присядем. Паша? Дубль. Судя по всему, падает. Да, доброго вечора. Доброго вечора, Юра. Степан. О, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго. Так, ну що ми, що, які в нас плани? Бо ми тільки що зайшли в правду, нас там зачепили, ми їлі вилізли. Зачепили, я. Так це ж добре. Пиво нам принесли. Блондинка? А, ні. Нас дівчата не дивляться, на жаль. Ну тільки Ярослава. Не дивляться. Тоді ж дивляться. Ну ті, що під твій голос засинають? Там є такі, що пишуть. Я не знаю, що сказати. Я включив камеру. Ти здравий, скільки ти вважаєш має бути? Ну, 30 плюс. Так. Я десь за 30. Ну, так, не більше. До 30. До 30. 20. 30 плюс. 20-30. Так. До 20. Так. 30-40. Так. І 20 до 40. Так. Я регісери мене проклянуть, я за коротку і довгу версію, як в академії. Я за 25, чесно. Ну, 20-25 це типа найбільше. Я за 15. Ярослав, ти почув, що 20 плюс це взагалі... Доктор прописав. Да. 20 плюс. Прикол в тому, що всі думають, що, ну, я так розумію, що думають, що і чим довше, тим важче. А насправді навпаки. Ну, щоб зробити коротко, от якщо у нас є багато часу, так, якщо є багато часу, ми можемо зробити коротко. Якщо часу немає, то ми робимо довго. Ну, якось так. Серега, на камушек, спасибо. А, блин. Значит, все не влізли. Знизу треба фоткати. Зашибіться, пацики, блин. Радий, що ви у Львові. Добре. Кльова зустріч була, до речі. Класно зустрілися. Все, побачимося дуже скоро на офіційній зустрічі. Зашибіться. У Львові? Супер, так. Коли? Це вже заплановано? Я Завтра. Думаю, що це десь влітку буде. Зашибіться. Пятерка. Знов Серега. Опять. Да? Серега вытащил камеру из-под мышки. Это не транзишн, это делать вот так камеры. Встреча с подписчиками состоялась. Я хочу еще раз сказать всем большое спасибо за теплую компанию. Ну, я не ждал, что придет 200 человек.
так уже тянется пятый день нашей плодотворной работы во Львове. И сейчас мы в салоне Citroen Ilta на окружной. Буквально вчера здесь где-то вот за стенкой, может увидеть, Ярик, а ну ты можешь попрыгать? Мне не хватает 7 сантиметров. Вот, мы снимали Peugeot, а сейчас здесь расскажем о французском Touareге. Так можно говорить? Не, мне просто салон кажется, что чем-то похож концептуально. На Touareg? Ну вот на твой, который у тебя был. Так я тебе за что говорю, вертикальные, горизонтальные. И, ну, мне больше сзади фонари даже. Почему-то. Хотя, ну вот казалось бы, да, что общего, ничего. Ну и по размерам, смотри. Вот эта вот часть, мощное вот это вот плечо. Потом, смотри, вот это вот выделяющаяся грань. И расширение, потом стекло. Ну, да. Ну ж, подсматриваем. Что-то, да, не думали об этом. Сейчас посмотрим, что там внутри. Вообще куча всего интересного мы тут во Львове наснимали. Сегодня уже будем валить обратно. Буквально у нас пару часов, чтобы доснять машину. Хочу вам показать одну тачку, которую нигде ни в каких обзорах вы не увидите. Я вообще не думал, что она в Украине существует. Это Ту-Сиви. Вот буквально недавно мы ее показывали на Женевском автосалоне. Французы привезли туда оригинальную машину, белую, по-моему, да, или черную. Или черную с белым, уже не помню. Вот, оказывается, в Украине вот у коллекционера частного такая машина есть. Она здесь во Львове, в Илте на хранении как бы стоит. И вроде как говорят, что это не реплика, а восстановленный оригинал. Очень круто выглядит. Сейчас мы чуть позже попросим ее открыть. И видите, это еще и тарга. Вот. Ну, не то чтобы это какая-то очень ценная машина или очень редкая, но опять же, кому интересно, она здесь понадобилась. И интересно, кто потратил столько денег, чтобы ее привести в такое состояние. Паш, вы же не эту машину снимаете. Да, да, я знаю. Но это же интересно. Смотри, мягкая крыша. Это тарга, она же открываться должна. Мягкая крыша, вот здесь даже можно заглянуть туда. Ты сильно быстро подъехал. Сейчас попросим, чтобы нам открыли. Смотри, бензобак какой. Блин, не, вот такие машины мне очень нравятся просто. Видишь, еще пробочка внутри. Как у меня было в Плимуте на этом, на радиаторе. Так, только я теперь не могу закрутить. Оно просто вот, смотри, там зубчики. Вот зубчик. И он должен попасть в правильное место. Ту-Сиви 4. А что такое 4, я не знаю. Четвертое поколение или это полный привод? Шучу. Ты ее сейчас подымешь. Смотри. Можно со стороны. Я пытался открыть багажник, выглядит это приблизительно так. Ну, подвесочка работает. Саш, подожди, а вниз? Это она очень мягкая. Знаешь, как эти лоурайдер? Мне кажется, она может взлетать, знаешь, на, если лежащие полицейские, она может именно перелетать. Первый, на первом поднимается, а на второй прыгает. Да. Так, посмотри. Настоящая. Ты думаешь? Ну, а что нет? Машина 58-го года. Кстати, вот в салоне все прикольно. И что, звучит? Да, неплохо. Я это понимаю. Слушай, ну, не хуже, чем в Тигуане. Мы сегодня подслушали такой прикол здесь. Мужчина с женщиной шли из салона, и мужчина уговаривал женщину на C3 Air Cross. Говорит, ты что, хочешь такую машину? Она говорит, да я маю всем переспати. А он на нее так смотрит, ты маешь зі мною переспати. Так серьезно это звучало, я просто чуть не переслушал. Какую машину выбирали? C3 Air Cross, вон синий. Так она симпатичная, наверное, была? C3 Air Cross же есть, да? Да, вон, да. Девочка симпатичная была? Ну, а C3 Air Cross что, не симпатичная? Не, я же говорю, что это за провокационный вопрос. Если бы не симпатичная, они бы выбрали C1. Тянуло на C3 Air Cross, если ты об этом. То есть нормально, да? Да. Но до 2008 не дошла. Бинго! У нас есть ключ, еще и с оригинальным брелочком. Наверное, того же времени, судя по тому, как он подзатерся. И два ключика. Ну, ключики, наверное, уже обновлялись в то время. Это точно какой-то от гаража или от почтового ящика. Но открывание – это отдельная тема. Надо сначала накрутить ее в одну сторону, смотрите.
Накручиваем. Может, Киев исключим? Не, в другую. Вот так, смотри. Накручиваем пока, оп. А теперь ручку в эту сторону. Вот. Теперь заходим. Здесь открывается у нас стекло. И фиксируется вот в этой странной штуке. Которая называется фиксатор стекла. Да. Прикол. И сейчас внимание на подвеску. Я как будто в лодке. Как-то в этом будет вообще люди. Датчики есть? Да, датчики. Что я не понял, как вообще тут работает. Ладно, вот там увидим. Это же прогрессив гидравлик кашин с первой версии. Паш, открой. Заходи. Может, даже дверь открывается? Да. Вот это. Смотри, травмобезопасная передняя панель. Подожди, так тут крышу можно вообще отстегнуть. Себе? Что ты смеешься? Что, она мягкая, что ли? Так это штор. И теперь ты тоже можешь ездить. Теперь тебе козырек не закрывает глаза. Это когда французы только начинали сходить с ума. А ковер? Да. Слушай, это очень... Ой, ой. А это ларек, если ты открыл. Можем мороженое детям продавать. Давай, чуть детям. Это у нас кудается в санзе. Слушай. Смотри, так. Печечку видел? Печку. Оп. Кондер включил. Кондер выключил. А что вот это такое? Витя, что это такое, Виктор? Это коробка передач. Ты назад хочешь? Коробка передач. Что это такое? Да, это коробка передач. А сколько? Две передачи вперед-назад? Нет, тут мое десь будет передача. Тромбона. Четыре передачи. А можешь на сцепление нажать, пожалуйста? Это механическая коробка, тут есть сцепление. Мы сейчас уедем куда-то просто. Кстати, 80 тысяч пробега или это 1 080 000? А вот не знаю. Я, на жаль, про полный всего не знаю. Слушай, клиент посмотрит это видео и скажет, кому вы дали машину. Это плей-магнитолы. Ничего не ломаю. Ну да, вот кнопка китайская, явно не родная. Если взломает, то вырежет видео. Скорость на 130. Вот поворотники. Как у тебя в Мерсе передача такая? А, так вот и передача же, наверное, нет? Да, конечно. Передача то вот. И что за метр работает? За четвертый. А, вот так типа? Да. Серега, прикрути. Блин, очень прикольно. Отворнички. Просто. Вот, смотри, это можно крутить. А что такое VOR? Вор. Вор. Или это анаграмма? Ро. Что-то мне подсказывает, что рулевая эта колонка не ломается при ДТП. Там и по высоте, наверное, ей колеблются. Вот еще что-то. Думаю, ее в Евронкап не тестит. Слушай. Ну, пора теперь сесть сам за собой. А там есть сзади двери? Подожди. Опа, ты понял? Центральный замок. Давай залазь. Это ты по центральный замок? Есть не только двери, тут есть еще и ручки, чтобы держаться. Давайте ставим рекорд инфокаровский новый. Я залажу. Слушай, у тебя куда колени ушли вообще? Машину спину, а я не знаю, да, как это. Да, подтверждаю. Так и есть. Это массаж. Слышишь, а кресло вперед-назад двигается, как ты думаешь? Да, наверное. Это куда-то, правда. Нет, наверное. Не, подожди, можно? Паша, а как ты смог это открыть? Нет. Блин, ну Серега, ну что не ясно? Смотри, вот это вниз. Вот это, ну, вот так вот, вверх сейчас. Что не ясно. Вот. Ого. Вот. Походу она была законсервирована. Слышишь, твое двигается вперед. Что там мне кажется? Салазочки. Так, слышишь, Ярик, мне кажется, она была как это, как склеп фараона герметично закрыта, мы ее открыли, она сейчас распадаться. Я смешу про нее информацию.
получилось. Сервисная книжка. Сколько там ТО делать, как часто? Раз в 100 тысяч? Раз в 100 тысяч желательно подмести в салоне. О, техпаспорт, слышишь? А, нет, это страховка. То есть она была на ходу в 2016 году. А теперь смотрите, работы по двигателю не нуждаются в демонтаже двигателя. Да на французском там все? Да не, он перевод от руки написан. А ты в багажник он нашел? Не, тут на подлозе. Серьезно? Так. Блин, инструкция. Мне кажется, она сейчас уже дном сидит на земле. Не. Слухай. Она просила доставить. Прикольно. Все, нам надо заканчивать, потому что нас ждет поезд. Да, ну как ждет? А мы отсюда выйдем теперь? Подожди. Хотелось бы верить, что он нас ждет. Давайте, только не кидайте меня одного, я же взлечу. А, ваши ноги. Наконец-то Серегу щеманули. Наконец-то Серега не поместился. Поместился. Прожектор. Да, я хочу сказать спасибо людям, которые тратят свои деньги на то, чтобы восстанавливать машины, чтобы другие могли посмотреть, как они выглядели раньше. Потому что денег сюда ввалено нифига. Спасибо. Тратят деньги, что? Мы с тем же говорите. Вот так вот, Паша. Надо что-то снять. Сказал, надо что-то снять. Я говорю все время, что в бэкстейдже должно быть всего по чуть-чуть, чтобы было понятно, что происходит, когда происходит. Они сначала морда розовая, потом морда синяя. И догадывайся, что они пили. А ты, то есть, только что 2 часа что делал? Я думал. Что сейчас сказать? О жизни своей. Что придумал? Давай снимем что-нибудь. Да, давай. Давай покажи всю толпу. Это вторая группа Mitsubishi. Мы? Бля, отлично. Это самое главное. Да, все, можем мы едем момент? Домой, но мы обязательно сюда вернемся. Летом. Мы летом вообще хотим организовать тур встреч с подписчиками во Львове, в Одессе, в Запорожье, в Харькове. Надо будет назвать как-нибудь там. Прощальный тур. Да, да. И пока распадается, поэтому встречайтесь с нами, пока есть. Ты вдохновился Ленинградом? Да. Вам надо этот самый такой, знаешь, хаммер, типа с бассейном в конце. Да не, мы на Федином БМВ поедем. Лакокрашенное проверили, вроде нормально. Да. Я думаю, проедет. Прощальный тур на моем БМВ собираться ехать. Прощальный тур для моего БМВ. А билеты почем вообще? Ну, кто на шару? Билеты, я думала, так, чтобы на новые, знаешь. Не, поставим там просто копилочку. Донатить, да. Тут ваши подписчики мне на БМВ. Наши подписчики сказали, что не будут нам донатить. Да? Вообще никогда. Да, они капец. Слушай, я даже не хочу это цитировать. Я уверен, что если даже... Знаешь, что мне написали? Если даже конкурс объявить, они не больше 100 тысяч не соберутся. А смысл ради мелочей унижаться? Точно же не соберутся. А вот и не прощаемся. Наш поезд задерживается на час, и мы пришли в платный зал Львівської залізниці. 30 гривен на годину. Так, нам безплатно, безкоштовно. Так. Так, хорошо. Забирай. Слушай, это бизнес-лонч настоящий? Нет, это просто зал номер один. Это нас плавно готовят к полетам с Туркиш. Да, пацаны, ну, говорит, надо по чуть-чуть. Да, лучше не платили. Нет. Серьезно? Может, тут туалет бесплатный? Блин, а ты платил за туалет? За тебя я платил, блин, за туалет. В смысле, я думал, он бесплатный. Когда у тебя рука была. Да, мы вырезаем этот момент. А это все к деньгам? Легко будет? Да. Что вот, да, давай сначала правильно. Вещи сложим. Вот здесь.
пацаны, ну я считаю реально, со всей ответственностью говорю, что в следующий раз надо ехать на машине. Потому что с этими цыганскими клубами, с этой бегать как плюс. Да. Ну надо с небольшой. Ну реально, если бы мы засветили без такси, было проще. Нет. Может на джинне сможем поехать тогда? Да. И прикинь, эти все клумаки на крыше веревка. Намного удобнее. За господа. А вы меня угостите пиво? Да. Если колечки принимаю. Я могу угостить даже если... Мне Паша дал скачу. Тоже, ну весим побагато. Не, нормально. Слушай, на самом деле, хоть бы экран большой. Ну, кроме нас. Постригой экран большой. Можно мне индийский свет? Где? А мы не також тільки банк? А ти? В банці. А я бачу, що у Львові полюбляють російське пиво Балтика. Слушай, ну мені все одно, от я не розумію, як у Львові може Балтика продавати. Ось ми виробили в Україні. Так, 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 звичайно. Так, ось, ось, де чіпс? Вон! 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 Ты за вікном Львів. Что ты ищешь? А? Из своей сумки наушники. Поезд видел эти наушники. Опаздывает уже на час. Что, Димон? Мама, я блогер. Я за вами повторяю. Ну ладно, я такое уже не снимаю. Я понимаю, что таких серьезных людей, как мы, таких тяжело в поезде серьезно встретить. Но ты пользуйся моментом, бери автографы, Димон. Слушай, что-то слишком много внимания. В Тикросе они будут, здесь они будут. Да, не, все отключит. А где они были в Тикросе? В бэкстейдже. Да. Это не изданное, в смысле? Нет, это я буду. Ребят, старику на пиво, ну 20-ка, ну реально не хватает. Не, спорт, лучше побегайте. Ну зачем вам пиво вечером так поздно пить? И знаете, как говорят в Одессе, зачем мне бегать, когда можно пиво выпить? Ну так мы так и не в Одессе. Так и да, и вы не посещили мои тапочки, вы умнейший человек. Это второй язык, да?